Добрый вечер. В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. Прямо сейчас коротко главные темы этого выпуска. Чем сегодня занимается администрация города, это прежде всего мониторингом ситуации, сбором информации. Медведей вновь заметили на улицах Красноярска. Из-за разгуливающих хищников в городе ввели режим угрозы ЧС. Опытный центр по переработке ядерного топлива построить недалеко от Красноярска. Он должен начать работу через 2 года. Удивительное такое, в окно смотришь, удивительно сыпет снежок. Первый снег выпал в Красноярске. В соцсетях делятся красивыми кадрами, а в пабликах про ЧП – видео пробок и аварий. Мы теперь в недоумении, в шоке, можно сказать. И теперь ищем разные варианты, как остаться здесь и договориться с собственниками. Единственный крытый манеж в Октябрьском районе закроют 1 ноября. Сотни детей не смогут заниматься спортом. Медведи вновь заметили на улицах Красноярска. На этот раз сообщение поступило в дежурную часть МВД от жителей Крупской и Калинина. Горожане увидели медведицу и медвежонка во дворах жилых домов. На место направили наряды полиции. Из-за разгуливающих по улицам хищников в городе ввели режим угрозы ЧС. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это позволит оперативно реагировать всем службам, если медведь вновь появится в городской черте, пояснили в мэрии. Чем сегодня занимается администрация города, это прежде всего мониторингом ситуации, сбором информации. Поэтому просим всех жителей, если вдруг появление такого зверя на улицах города еще раз произойдет, срочно информировать по телефону 112, либо районную администрацию. Районная администрация будет оперативно принимать меры. Есть соответствующие службы, которые находятся в подведомстве Министерства экологии. Эти службы моментально отреагируют на наш сигнал. Напомню, впервые медведя в Красноярске заметили 20 октября на территории кладбища Бадалык. В ту же ночь зверя увидели по дороге в Удачный. Всего в полицию поступило 14 сообщений о хищниках. Их встречали на улицах Копылова, Новосибирска, Куйбышева, Елены Стасовой и в Академгородке. Позже в Минэкологии края сообщили, что медведь, по предварительным данным, ушел в лес и угрозы не представляет. Однако тем же вечером, уже после заявления министерства, его видели на улице Борисова. Сколько всего медведей разгуливает по Красноярску, не установлено. Пока ни одного хищника поймать не удалось. Опытный центр по переработке ядерного топлива построят недалеко от Красноярска. Он должен начать работу на базе горно-химического комбината в Железногорске через 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Распоряжение, утверждающее этот план, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Исполнителями назначены госкорпорация «Росатом» и правительство Красноярского края. Согласно документу, решение на ввод объекта в эксплуатацию должны получить к 2025 году. Предполагается, что центр в Железногорске будет перерабатывать до 225 тонн отработавшего ядерного топлива в год. Также к 2031 году в Железногорске планируют создать исследовательский жидкосолевой реактор для отработки технологии утилизации долгоживущих радиоактивных отходов. Первый снег выпал в Красноярске. Сегодня утром белым покрывалом накрыло весь город. Видео снегопада поделили жители Ветлужанки, Взлетки, Солнечного. Если для кого-то погода стала поводом сделать красивые кадры, то для водителей осадки обернулись настоящим испытанием. Так, массовое ДТП произошло на трассе недалеко от поселка Дрокино. Там столкнулись 4 автомобиля. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, после чего столкнулся с такси и машиной Митсубиши. Пострадал 10-летний мальчик. Вот идет Яндекс такси, но явно не заменили резину 100%. Вот и разбита вторая справа. Вот она. Вот они тут крутанули. Еще одна авария произошла на трассе Ачинск-Ужур-Троицкая. Там опрокинулся бензовоз с топливом. Движение на автодороге перекрывали, но уже частично открыли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пролилось около 4 тонн 92-го бензина. Водитель получил травмы. В ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу в запрещенных местах. Неопытным водителям советуют вообще отказаться от выезда за город. К слову, синоптики прогнозируют снег и ночью. Будет -1, возможно, гололедица. Уже завтра днем в Красноярске потеплеет и снега не ожидается.
Снег в этом году выпал в Красноярске почти на месяц позже, чем в прошлом. Успели ли горожане подготовиться к смене сезонов? С этим вопросом новости ТВК вышли на улицы. Вот какие ответы получили. Ну, приятно, что чисто, бело кругом, так прям хорошо. А успели как-то подготовиться, может быть, если ездите на автомобиле, резину поменять? Сегодня меня дядь поехал, сегодня менять резину. Будет готово уже, а так все хорошо. Рады, конечно, всегда рады, когда наступает весна, или осень, или зима. Всегда радостно на душе, что-то новое, белое. Удивительное такое, в окно смотришь, удивительно сыпет снежок. Вам холодно? Нет. Нет, вообще нет. Какие-то приготовления были? Может быть, резину поменяли на автомобиле? Да. Да. Уже поменяли. Давно? Нет, неделю назад, на прошлые выходные. А почему предчувствовали похолодание? Ну, как бы в Сибири живем. Сибиряк не тот, кто не мерзнет. То есть неудивительно, что снег уже пошел? Нет, да, да. Уже давно пора. Покров прошел еще 14-го. Вы смотрите, какая красота. Трава через снег. Трава и снег одновременно. Да, должен был уже пойти уже, потому что давно не было снега. Должен уже давно был пойти снег. А как-то готовились, резину меняли, может быть, на автомобиль? Пока нет. Потому что он растает. А когда собираетесь менять? Чуть-чуть попозже. Когда уже будут первые заморозки, серьезные. А настроение как-то что? Отличное. Радует снежок? Да. Скажите, были готовы к снегу сегодня? Нет, я сидел на работе, утром пришел, ничего не было. А потом выхожу на обед, а тут снег. Было немножко неожиданно. Как относитесь, рады или грустно от этого? Да, пора бы уже. Это будет веселее, чем просто голые деревья. Вот белое будет, все красивое. Надеюсь, что белое. Скажите, какие-то приготовления были? Может быть, резину поменяли на автомобиле? Нет, я же не ждал его сегодня, поэтому нет. Будем заниматься сейчас этим вопросом. Готово. Резину поменяли зимнюю. Ой, здорово. А когда поменяли? Недавно? 2 дня назад. Здорово. Предчувствовали снег? Ну, не знаю, муж решил поменять. Понятно. Еще какие-то приготовления были? Детей дело. Снег как-то меняет настроение вообще? Ну, если солнце светит, то никак не меняет. Солнышко радуется, хорошо. К снегу были готовы? Передавали -1 вчера. А как, настроение хорошее? Замечательно. По снегу первым прошлась. Это здорово, когда снег первый выпадает? Конечно, уже пора. Ничего удивительного, время подходящее уже, да? Конечно, уже, как сказать, ждала природа, снег выпал только в октябре, да? Как это по Пушкину-то? А были ли к снегу готовы сегодня? Я был, конечно. Почему? Ну, я прогноз погоды смотрел. Да? Да. А как думаете, вообще удивительно или нет, что он пошел в это время, или это норма для Красноярска? На самом деле это не удивительно. В прошлом году уже он также пошел. И нормально все. А вы как-то готовились? Может быть, резину поменяли на автомобиле? Ну, видите, я на летней катаюсь. Не боитесь? Нет. Так тепло на улице. А когда планируете менять? На следующей неделе. Одевайтесь тепло? Ну вот. Могу вот, кофточка. Все. Не мерзнете? Нет, я же в машине. Из-за непогоды самолет из Пхукета не смог приземлиться в Красноярске сегодня утром. Причина – сильный ветер. Борт пришлось перенаправить в Новосибирск. Боковые порывы, по данным пресс-службы аэропорта, достигали 25 метров в секунду. В авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняла рейс, рассказали, после того, как погодные условия позволили вылететь из Новосибирска в Красноярск, несколько пассажиров отказались от перелета. Потребовалось растаможивание рейса с высадкой всех пассажиров и замена экипажа. На время ожидания вылета пассажирам предоставили напитки, питание и размещение в гостинице, говорят в авиакомпании. Самолет пробыл на запасном аэродроме больше 8 часов. В итоге, по данным Красноярского аэропорта, самолет прилетел около 9 часов утра. Изначально борт должен был приземлиться в Красноярске вчера в 20:40. Маленькие красноярцы остались без занятий футболом и гимнастикой. Единственный крытый манеж в Октябрьском районе закроют 1 ноября. Так решил собственник здания. Что теперь будет на месте манежа, расскажет Александра Козлова. Такое допускать нельзя, и надо максимально сил и усилий приложить, чтобы не допустить этого и как-то договориться с собственниками. Дети Николая посещают спортивные секции в спортбоксе уже 3 года. Дочь занимается гимнастикой на соседнем футбольном поле, ее брат 3 раза в неделю играет в футбол и занимается фристайлом. Крытый манеж с искусственным покрытием – единственное место, где маленькие красноярцы могут тренироваться и готовиться к турнирам, говорят родители юных спортсменов. Однако собственник на это внимание не обратил и дал указание
освободить зал до 1 ноября. Такой социально значимый объект спортивный, да, не просто спортивный, а для детского массового спорта, по сути, его не будет здесь. А у нас в Октябрьском районе, по сути, нет альтернативы крытых таких манежей с искусственным покрытием. Плюс с учетом природно-климатических наших условий города Красноярска, посреди учебного года, так сказали, форс-мажорно, съезжайте и все. То есть, ну, мы считаем, что это неправильно. Спортбоксом пользуются школа гимнастики, футбольные школы «Юниор», «Спартак Юниор», «Олимпик», «Красный Яр» и команда футбольного фристайла. Практически ежедневно сюда приходят более 500 воспитанников. И если руководители секции гимнастики нашли альтернативное решение, то для директоров футбольных школ эта задача оказалась в разы сложнее. Дети, которые здесь занимаются, ну, по сути, остаются на улице, им негде заниматься. Здесь занимаются только в нашей школе. Это 6 групп полноценных. И вот буквально там в середине прошлой недели нам пришла информация, что закрывается объект и там... Ну, собственно, мы пока ищем варианты, но их физически не существует. Сейчас середина сезона, но имеется в виду учебного даже. Холода настали, куда уйти. И это, в принципе, единственный объект с травой в Октябрьском районе. Ну, искусственной травой имеется в виду. Причиной закрытия спортбокса собственник назвал более выгодный бизнес. Здесь откроют магазин. И от торговой сети владелец планирует получать больше прибыли, чем от юных спортсменов. В общем, ситуация следующая, что... здание, которое находится сейчас светофор и там торговая организация, его продали и продали под жилой комплекс, по застройку. Соответственно, его сносят, и все торговые площадки, все магазины их просто переносят вот сюда. Соответственно, здесь будет вместо детского спортивного комплекса будет магазин светофор и другие организации торговые. Собственник помещения Виктор Кудерко на наши звонки сегодня не ответил. Его представители о решении начальника знают, однако комментировать ситуацию не решаются. Я не готова сейчас разговаривать или какие-то ответы давать, какие-то комментарии. Пока у родителей и руководителей секции вопросов больше, чем ответов. Но они не намерены опускать руки и сегодня со своей проблемой обратились в краевую администрацию и горсовет. Если владелец помещения не изменит свое решение, 6 футбольных команд могут распасться, а все работники спортбокса потеряют работу. Александра Козлова, Владимир Антонов. Новости ТВК. Решение владельца освободить помещение от спортивных секций вызвало негодование у родителей и тренеров. Директора футбольных школ организовали встречу с родителями, детьми и сотрудниками спортбокса, чтобы прийти к общему решению. На собрании сейчас находится моя коллега Александра Козлова. Она на прямой связи со студией. Саша, что собираются предпринять родители? Есть какие-то предложения от тренеров? Всем добрый вечер. Да, действительно, я нахожусь в спорткомплексе «Спортбокс» на телевизорной 1. Здесь сегодня собрались около 50 родителей и практически все тренеры футбольных школ, а также сотрудники филиала. Они сегодня подписывают петицию, на которой понятно, что просят отодвинуть срок закрытия хотя бы до следующего сезона. Этот документ дальше пойдет к главе города. Также напомню, в сюжете мы рассказали уже несколько историй работников крытого манежа. Однако у нас есть еще один сотрудник с непростой историей. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы работаете здесь администратором и еще и находитесь в интересном положении. Расскажите, как повлияет эта вся история на вас? Да, действительно, я являюсь администратором футбольной школы «Юниор» непосредственно в этом филиале. И вместе со мной также работает здесь мой муж, он тренер. Вот, и это прямое, так сказать, влияние, да, это потеря работы в данном филиале. Также это влияет на наш заработок, уже семейный получается. Вот, но я думаю, что какими-то общими силами, потому что здесь занимаемся не только мы, но и много других школ. Какими-то общими силами мы сможем прийти к положительному решению, чтобы все-таки поля остались, потому что это единственное поле круглогодичное именно с травой в Октябрьском районе. Ну просто и столько детей, которые останутся без футбола, это очень большая проблема, конечно же, для нас и для всех, кто здесь занимается. А есть уже какой-то вариант решения, который, может быть, предприняли вместе и с родителями, и в совещании с другими сотрудниками комплекса? Да, в данном случае мы собираем подписи от родителей, чтобы отослать их
администрации города, вот, чтобы больше огласки было, так сказать, не только как от нас, от школы, но и, конечно же, от самих родителей, потому что действительно это важно для всех нас. Анастасия, спасибо большое. Кроме того, на встрече находится и двукратный чемпион по футбольному фристайлу, а также руководитель школы уличного футбола Борис Емельянов. Борис, здравствуйте. Как узнали о решении собственника вы и родители юных спортсменов? Здравствуйте. Я узнал об этом неожиданно. Находился в этот момент на форуме, международном форуме «Россия – спортивная держава». Как раз прослушали слова президента о том, что следующий год – это год спорта объявлен в России. И, конечно, это было полной неожиданностью, что все наши планы по развитию наших ребят, нашего нового направления футбольного фристайла и уличного футбола, ну, не суждено сбыться на данный момент, потому что нас просто выгоняют из того места, где мы занимаемся уже не первый год. А вот кроме петиции, есть еще какие-то варианты развития событий? Может быть, альтернативные как раз-таки варианты футбольных полей? И я знаю, что гимнасты уже нашли самое, да, вот это альтернативное решение, а вот именно футболисты, задача задалась сложнее. У нас с этим немного сложнее, так как футболом в городе Красноярске занимается просто огромное количество человек. Есть государственные спортивные школы, да, но мы знаем, что там проходит отбор, не все могут туда попасть, то есть тоже в залах ограниченные места. И тем более найти быстро зал в сезон, когда начинается, сегодня буквально у нас выпал снег, и начинается уже, все заходят в спортивные залы, конечно, это очень трудно. Варианты есть, но очень трудно их найти, и очень трудно их найти в столь сжатые сроки. А вы с помощью петиции хотите добиться именно отодвинуть срок закрытия? Или еще есть какой-то вариант, допустим, помощь вот как раз-таки поиска вот этого места для вас? Конечно, хотелось бы, чтобы у нас в городе появлялись такие места. И раз он уже есть, это место, то очень хотелось бы его сохранить. То есть каким-то образом договориться с собственником для того, чтобы сохранить это место действительно для ребят, для футболистов, для всех тренеров, для родителей и продолжать здесь заниматься. Но если это будет невозможно, то, конечно, хотя бы отодвинуть до летнего периода срок, так сказать, сдачи этого объекта и прозаниматься здесь зиму. Хорошо. Борис, спасибо вам огромное. Мы продолжаем следить за ситуацией. Даша, на этом у нас все. Да, спасибо. Это была моя коллега Александра Козлова. Прямо сейчас она находится на собрании родителей молодых футболистов и тренеров спорткомплекса. Собрались они из-за неприятной новости. Крытый манеж в Октябрьском районе хотят закрыть. Ну а сейчас мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях, чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК не только ТВ. Жители Красноярского края стали чаще брать ипотеку. В третьем квартале 2023 года поступило на 19,5% больше заявлений на регистрацию ипотеки, чем за этот же период прошлого года. Статистику приводит Росреестр. Всего за третий квартал поступило более 14 тысяч заявлений, из них почти 9 тысяч на регистрацию жилых помещений. 62% документов подали в электронном виде. Через банковские электронные сервисы в Росреестр поступило почти 9 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки. Это 77% от общего количества заявлений о регистрации сделок с использованием кредитных средств. Красноярский аэропорт сегодня встретил 3-миллионного пассажира. Счастливицей стала жительница Норильска. Она прилетела сюда в командировку. Как поздравляли юбилейного пассажира, какой приз получила жительница северного города, в сюжете Анатолия Качаева. Я, конечно, не ожидала. Сегодня первый раз взяла чемодан мужа, и он оказался счастливым. Светлана радуется счастливой бирке на чемодане. Именно ей в аэропорту обозначили особенного из всех пассажиров прибывшего рейса. Светлана шутит. Повезло так повезло. Встретили как министра или даже президента. С цветами, музыкой и аплодисментами. Подарили сертификаты на полет по любому направлению авиакомпании «Нордстар» и на премиальное обслуживание в деловом терминале аэропорта. Ими можно будет воспользоваться один раз на вылет и прилет в течение года. На самом деле очень приятно. Вообще не выиграю никогда в лотерею.
но безумно приятно стать 3-миллионным пассажиром этого прекрасного аэропорта. Пассажирка летела из Норильска в Красноярск на рейсе авиакомпании «Нордстар». Сопровождали ее коллеги из художественной школы. В ней женщина работает директором. Рассказывает, командировки бывают часто, поэтому подниматься в небо приходится регулярно. К слову, делает это Светлана с большим удовольствием. В «Нордстар» также очень рады, что 3-миллионный пассажир Красноярского аэропорта летел именно их рейсом. Для авиакомпании «Нордстар», во-первых, это очень приятное событие. Мы сами каждый год отмечаем своих миллионных пассажиров. Буквально 2 недели назад мы отметили миллионного пассажира авиакомпании «Нордстар». Он у нас отправлялся из, по чистой случайности, из Норильска в Красноярск тоже летела девушка. А сейчас мы встречаем 3-миллионного пассажира аэропорта «Красноярск». Для нас это очень приятное событие, на самом деле неожиданное. Аэропорт «Красноярск» предварительно сказал, что на нашем рейсе может лететь этот пассажир. Каждый год в Красноярском аэропорту, начиная с 1 января, ведут специальную статистику. В прошлом году 3-миллионного пассажира встретили в декабре, в этом году в октябре, то есть на 2 месяца раньше. Представители авиаузла уверены, команда работает слаженно, поэтому пассажиров будет все больше и больше. Такие мероприятия случаются раз в год. Это как день рождения, это 3-миллионный пассажир. Я уже сказал, что мы в этом году установили очередной рекорд. Мы 3-миллионного пассажира встретили на 2 месяца раньше, чем в прошлом году. Так что мы растем, мы развиваемся. У нас есть большие перспективы, большие планы на этот год. Это фиксация роста, это фиксация того, что мы идем вперед, что мы не стоим на месте. Это фиксация динамики нашего роста, это наши показатели. В следующем году в аэропорту Красноярска хотят встретить 4-миллионного пассажира. Учитывая динамику прошлых лет, шансы на достижение этой цели большие. Анатолий Качаев, Анастасия Масленникова, новости ТВК. Самая дорогая кража духов, засилье тараканов и конь на Северном шоссе. Эти темы стали самыми популярными в соцсетях ТВК. Что еще читали и комментировали красноярцы, смотрите в рубрике «Слово админу». Всем привет! Меня зовут Виктория Потапенко. Вы смотрите рубрику «Слово админу». Прямо сейчас расскажу, что читали и обсуждали красноярцы на этой неделе. 48-летний ремонтник украл духи, чтобы опохмелиться. Все произошло в Таскино. Мужчина ремонтировал крышу у местной жительницы и заприметил там 3 флакона духов. Недолго думая, взял их и скрылся. Хозяйка дома вызвала на место полицию. Служебная собака взяла след и уже через 40 минут была возле дома похитителя. Там же нашли флакончики из-под пустых духов. Позже подозреваемый признался, что эта цитата был самый дорогой опохмел в его жизни. Тараканы атаковали подъезд в доме на 78-й добровольческой бригады. Автор ролика рассказала, что управляющая компания проводит обработки. Однако живность все равно размножается. Видео, от которого начинаешь чесаться. Так, это вот у нас 3-й подъезд. Это все усеяно тараканами. Ну и на улице, конечно. Красноярцы пожаловались на бесконечный дрифт рядом с их домами. На видео парковка возле торгового центра Красноярья. Так каждый вечер и ночь, говорят местные. Одна лошадиная сила против сотен. Лошадь неспешно пробежала по Северному шоссе, при этом она тормозила другие автомобили. Попал в пробку. Короче, конь скачет по дороге, и все за ним едут. Будем объезжать. Автор ролика ехал за животным около получаса. Потом ему все-таки удалось обогнать лошадь. Сергей Лазарев помогает искать дом псу Алтая из Красноярска. Певец прилетел в наш город, чтобы дать концерт. Но еще он успел записать видео с Алтаем из красноярского приюта «Поводок». Ну, что ж ты, сладость такая. И
Ребята, надо срочно забирать. Кто хочет себе классную собаку, вот смотрите, я первый раз ее вижу. Абсолютно влюблена собака в меня. Я, кстати, забрать не могу, потому что я в Москве живу, и у меня уже две собаки спрыты есть. Псу Алтаю 5 лет. Он привит и кастрирован. Знает много команд, может искать по запаху и даже участвовал в соревнованиях по танцам с собаками. Если вы хотите взять Алтая к себе, то звоните по номерам, которые вы сейчас видите на экране. Ну и завершаем эффектным видео из Саяно-Шушенского заповедника. Там манул покрасовался перед фотоловушкой, а потом ушел в закат. Это был обзор самых популярных тем в соцсетях ТВК за эту неделю. Мы есть во всех социальных сетях, но если хотите узнавать новости первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК Нью. Вот здесь есть QR-код, сканируйте его, переходите по ссылке. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Цены на мясо курицы упали впервые с июня этого года. Сколько сейчас стоит курятина и в чем была причина подорожания? Подробнее об этом не только в рубрике «Новости коротко». В России впервые с конца июня текущего года снизилась стоимость курицы. Цена упала почти на 3% и составила 210 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза птицеводов. Рост цен эксперты ранее объясняли физической нехваткой объемов мяса и ажиотажным спросом на него. Напомню, в 2023 году курятина подорожала на 24%. В октябре ФАС направила запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен. После вмешательства ведомства производители снизили отпускные цены на тушку бройлера. Красноярцам напомнили, как правильно утилизировать ненужные автомобильные шины. Рекомендации появились в телеграм-канале мэрии. Со смены сезона автомобилисты меняют на своих авто резину с летней на зимнюю. Но оставлять ненужные покрышки на газонах, во дворах и на территории гаражных кооперативов нельзя. За выброшенные просто так шины предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей. Места, где покрышки примут на правильную утилизацию бесплатно, вы можете увидеть на экране. Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться. О положительных изменениях рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе по сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ снизилась более чем на 4%. ОРВИ заразились около 11 тысяч жителей Красноярского края. Случаев заражения гриппом среди горожан не выявлено. Несмотря на спад заболеваемости, медики советуют соблюдать меры предосторожности, мыть руки, избегать большого количества людей и следить за своим состоянием. Что такое ревматоидный артрит, какие симптомы у болезни и как ее вылечить, прямо сейчас расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте, это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы про ревматоидный артрит. Ревматологи – это редкая специальность. Врачи диагностировали ревматоидный артрит. Что это такое? Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, которое связано с тем, что, как при любом аутоиммунном заболевании, организм начинает воспринимать свои собственные клетки как чужие и атаковать их иммунными клетками и вызывать воспаление. В данном случае это воспаление против соединительной ткани. Она чаще всего представлена, больше всего представлена в суставах, в мелких, в крупных суставах. И поэтому ревматоидный артрит – это воспаление суставов, это чувство скованности. Вот эти симптомы чаще всего и сопровождают это заболевание. Заболевание встречается часто, примерно у 1% популяции на Земле. В Российской Федерации чуть реже встречается, то ли недообследованы пациенты и недодиагностированы, то ли такая генетика. Но считается, что примерно 0,6% россиян страдает ревматоидным артритом. А значит, из каждых тысячи жителей нашего города у 6 как минимум это заболевание диагностировано и лечится. Какие симптомы у заболевания? Температура держится 37,7. Это нормально?
Вообще для ревматоидного артрита не характерна высокая температура. Субфибрильные цифры могут быть и свидетельствовать об активности процесса. Безусловно, нужно сказать, что первое, 37,7, это не нормальная температура. Сегодня понятие нормы немножко расширилось, и уже 37,1 и даже 37,2 может считаться верхней границей нормы. 37,7 точно не нормально. И причиной этого может быть как обострение заболевания, так и какая-то другая причина. В любом случае, при наличии температуры у пациента 37,7, особенно если она держится долго и не сопровождается никакими респираторными явлениями, нужно идти к врачу и обследоваться. Как лечить болезнь и не заболеть ей снова? Ревматоидный артрит относится, безусловно, к хроническим заболеваниям, и поэтому вылечить его до конца, скорее всего, нельзя, можно постоянно поддерживать в неактивной фазе. Вообще, для пациента с ревматоидным артритом часто используют слово и применяют термин «комплаентность», а значит, сродство к лечению, готовность к сотрудничеству с врачом. В общем, для пациента с ревматоидным артритом очень важна дисциплина. Пациент должен быть дисциплинирован в приеме регулярной поддерживающей терапии, так называемой базисной терапии, к которым относятся как иммуносупрессанты, так и противовоспалительные препараты. Правильное лечение, конечно же, назначит врач, при обострении оно будет другим, но нужно помнить еще и о том, что сегодня в сложных случаях, в тяжелых случаях можно применять таргетную терапию, терапию, которая сделана с помощью генной инженерии и состоит из моноклональных антител. Она очень дорогая, может быть не настолько доступна сегодня в нынешних условиях, однако чрезвычайно эффективная. Свои вопросы доктору вы можете задавать по телефону 202-065, также пишите в Viber или WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00, ну или в любых социальных сетях ТВК. Плата за посещение Байкала, цифровой паспорт для одежды и дефицит пресной воды. Подробнее об этих темах в новом выпуске «Эко-новостей». Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы, поэтому давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. На Байкале предложили ввести плату за посещение. С такой инициативой выступил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит российская газета. Ученый считает, что сейчас экосистема Байкала особенно страдает от наплыва туристов. А через 2-3 года число гостей вырастет еще до 5 миллионов человек ежегодно. Инфраструктуры для такого туристического потока, считает Данилов-Данильян, нет. Причем построить ее за короткий срок тоже не представляется возможным. Так, отмечает ученый, баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством туристов нарушен десятикратно. Эта территория может принять не более 300 тысяч туристов. Поэтому член Российской академии наук считает, что на территории озера нужно ввести так называемый экономический барьер. В противном случае Байкал погибнет. Он подчеркнул, что это не курортный сбор в 100 рублей, который обычно берут в гостиницах. Речь идет о серьезной сумме около 50 тысяч рублей. В России предложили создать цифровой паспорт для одежды. Это инициатива российского экологического оператора, о которой сообщают «Известия». Так, по их данным, в этом документе будет информация о всей цепочке поставок, которая стоит за вещью. Состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет и даже фотографии продукции. В первую очередь, поясняют в российском экологическом операторе, паспорт необходим для решения проблем, которые возникают после того, как вещи выбросили, и она попала на завод по переработке. Сейчас предприятия сталкиваются с тем, что на вещах нет этикетки, либо информация о составе на ней не соответствует действительности. Авторы инициативы считают, что цифровой паспорт позволит сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме. Это увеличит пропускную способность заводов. В РЭО отметили, что за формирование самого паспорта будут отвечать производители и импортеры товаров. Оператор уже ведет работу с поставщиками для решения проблемы автоматизированной сортировки.
За последние 10 лет запасы пресной воды упали на 20%. Об этом сообщает глава программы ООН по окружающей среде в России Владимир Машкала. Он считает, что снижение ресурсов пресной воды на душу населения обусловлено рядом факторов. Например, быстрым ростом населения, урбанизацией, экономическим развитием и изменением климата, а также его последствиями. Владимир Машкала также отметил, что из-за неэффективного использования и управления запасами быстро ухудшается доступность и качество пресной воды. На это, по его словам, также негативно влияет чрезмерная добыча подземных вод и загрязнение окружающей среды. При этом глава российского отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Олег Кобяков отметил, что Россия, в свою очередь, входит в число стран, в которых достаточно пресной воды и для пищевой промышленности, и для сельскохозяйственных нужд и производства продовольствия. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 16 по 22 октября оказались Железнодорожный и Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьский и Центральный районы. На этом все. Вы смотрели «Эко-новости» на ТВК. Еще увидимся. Просторные холлы, многоуровневая парковка, колясочные и лопомойки. Такую инфраструктуру раньше можно было увидеть разве что в новых жилых комплексах премиум-класса. Но сейчас ставку на комфорт жильца можно увидеть и в доступном ценовом сегменте. Обзор такого жилого комплекса подготовила Екатерина Кашутчик. Знаете, как выглядит счастье? Это когда ты забираешь ключики от новой квартиры, причем нашел ты эту квартиру в доступном ценовом сегменте, а получил премиум жилье. Все это про апрелевку. Сегодня здесь идет заселение. И здесь, посмотрите, какие красивые входные зоны премиум уровня, какие детские площадки, благоустроенные, чистенькие, современные. А еще в каждой квартире чистовая отделка. Когда вот эту квартиру покупала, руководствовалась тем, чтобы была обязательно чистовая отделка, потому что это немаловажно. Это большая экономия в деньгах, и плюс ко всему этот застройщик делает очень хорошую чистовую отделку. Посмотрите, какие обои, какие двери. Я скажу, что намного лучше, качественнее, чем у других застройщиков. Еще один важный элемент, который раньше мы видели только в премиум-сегменте, это колясочное. Это место, где можно прямо в подъезде на первом этаже оставить на хранение велосипед. А еще здесь же есть специальные лапомойники, чтобы вы, вернувшись с прогулки с вашим питомцем, просто здесь же могли помыть ему лапки. И судя по количеству заселяющихся, новая концепция на рынке недвижимости Красноярска оказалась очень востребованной. Реализовывать ее и дальше застройщик «Это Конструктив Девелопмент» будет уже на следующем жилом комплексе, который уже сейчас возводят на правобережье. В настоящее время мы занимаемся еще более масштабным проектом. Это прогресс квартала «Перемены». В настоящее время ведется строительство двух домов и наземного паркинга в 7 уровней. Помимо всего прочего, помимо закрытых таких приватных дворов в переменах, будет еще и общественное пространство, которым, опять же, будут пользоваться не только жители прогресс-кварталов, но и жители всего района, всего города. Перемены точно пришли на рынок недвижимости Красноярска. Премиум больше не значит дорого, а комфорт теперь норма даже для жилого комплекса в самом доступном ценовом сегменте. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК не только ТВ.